Всем привет, с вами Яна, и мы на канале Эконом Чувашии. Сегодня мы находимся в магазине Светофор, который находится на строительном рынке города Чебоксары, проспект Ивана Яковлев, 39. А этот небольшой выпуск я посвящаю приправам. Всем приятного просмотра. Бульон с кусочками сушеных овощей и йодированной солью, 300 грамм здесь в упаковке, за 42,90. Перец черный молотый, 200 грамм в упаковке, за 22,10 от компании Мастер Дак. От компании Трапеза смесь на первое, 130 грамм в упаковке, 47,90. Я вижу только рассольник. Значит, для приготовления бульона вам понадобится 600 грамм говядины или свинины на косточке. Упаковка на 8 порций. А в кастрюлю соответствующий объем положить мясо, добавить воду, мясо, варить мясо. И получается, что все остальные приправы для рассольников в этой упаковочке есть. Нам понадобится только мясо. Вегета приправа универсальная с овощами от компании Кудровка, 200 грамм в упаковке, такая большая упаковочка, за 63 рубля. От компании АБС лимонная кислота, 200 грамм, 22,90. От компании Галина Бланка суп со звездочками, 67 грамм в упаковке, за 14,90 на 4 порции. Дрожжи быстродействующая приготовка, 100 грамм, за 20 рублей 20 копеек. Сушеные расфасованные хлебопекарные дрожжи. Суп куриный с вермишелью Галина Бланка на 4 порции. Он стоит тоже 14,90. Набор специй из 5 мельниц, мисс Арома, 350 грамм, за 237,20. В наборе есть приправа французские травы для курицы, смесь чили перцев, букет перцев и морская соль. Есть отдельно вот такие приправы мельницы в баночке, 40 грамм, за 40 рублей 90 копеек. Я нашла три варианта. Приправа хмели сунели, букет перцев и для курицы. От компании «Домашний супчик» суп куриный с макаронными изделиями, 5 упаковок по 60 грамм, за 27,25, упаковок за 27,20. Приправа в банке для рыбы, 250 грамм, 40,90. Есть такая же приправа для курицы. Бульонные кубики Галина Бланка, 48 упаковочек по 10 грамм. Вот эта упаковка из 48 упаковочек, 132,40. От компании АБС такая большая упаковка лаврового листа, 40 грамм здесь, за 13,90. Смесь пряностей для вкусной курицы с пакетом для запекания. То есть внутри есть пакет для запекания. Очень интересная новинка. За 19 рублей 60 копеек, 30 грамм. Смесь болгарских перцев, 200 грамм в упаковке, за 100 рублей. Интересная, я думаю, приправа. Приправа универсальная, 10 овощей, 200 грамм, за 17 рублей всего лишь. Такая большая упаковка крахмала картофельного, 500 грамм, за 32,70. Маринад для мяса курицы гриль, классический, 300 грамм, упаковки 22,20. От компании «Спецвкус» ванилин 15 грамм, всего лишь 3 рубля 50 копеек. Это не ванильный сахар, обращаю внимание, а ванилин. Вот очень хороший перец, смесь 5 перцев горошком. Не молотый, а горошком. 200 грамм за 100 рублей 20 копеек. Я покупаю такой перец, пользуюсь, мне очень нравится. От компании «Душистое настроение» есть приправы для маринования огурцов. Здесь в упаковке 5 штучек по 20 грамм за 47,20. И такая же приправа для маринования помидоров. Вот такой интересный набор приправ и специй на 630 грамм. Цена 180,90. Здесь различные приправы, набор. Я вам покажу состав, чтобы вы понимали. Я надеюсь, что будет видно, что входит в этот набор.
от компании Allori. Наборы приправ «Мой личный повар». Этот набор состоит из 4 пакетов. Называется набор на неделю. Здесь 4 разных блюда. Сейчас я вам перечислю, какие здесь есть блюда входят. Цыпленок топака по-грузински 35 грамм, плов настоящий по-узбекски 35 грамм, гуляш домашний по-венгерски 35 грамм, шаурма восточная по-турецки 35 грамм. Вот такие интересные приправы. Другой набор также, набор специй из 4 упаковок, 4 варианта, посмотрим, какие варианты. Курочка сочная по-балкански 35 грамм, буженина запеченная по-русски 35 грамм, паста болоньезе по-сицилийски 35 грамм, бургер сочный по-американски 35 грамм. Грецкий орех очищенный 500 грамм, приехали к нам из Чили. За упаковку 500 грамм 222 рубля 30 копеек. Орешки кишью приехали к нам из Вьетнама, 500 грамм за 277,80. Фисташки, большая упаковка, за 500 грамм за 355 рублей 90 копеек. Из Ирана приехали к нам такие фисташки. Из Таджикистана компотная смесь 68 рублей 50 копеек за килограмм. Цукаты ананаса 500 грамм. За 160 рублей 80 копеек Китай. Изюм отборный микс солнечной витаминки из Ирана за 900 грамм 197 рублей 90 копеек. Вот такой красивый изюм. Из Афганистана изюм темный 1 килограмм 106 рублей 40 копеек. Этот изюм из винограда сушеного, но написано, что без косточки. Из Таджикистана урюк косточкой за 117 рублей килограмм. И курага тоже в Таджикистане 1 килограмм 109 рублей. Из Ирана финик сушеный первый сорт 1 килограмм 99,90. Вот такие финики. Фруктовая ореховая смесь 400 грамм в упаковочке за 66,30. На этом выпуск, посвященный специям, закончен. Всем пока-пока. Подписываемся на канал.